Операцию по спасению котенка из вентиляционного плена провели в Приокском районе. Двухмесячный котенок провалился в вентиляционную шахту и застрял. Провел там трое суток. Спасать застрявшего котенка прибыли сотрудники местного ДУКа. Он на чем-то сидит? В канаве здесь. В канаве где-то около второго этажа, что ли, да? Да, мы сейчас пытаемся прочистить снизу. Может, он вниз пройдет. Вот что. Я его взяла 2 дня назад. Он как раз сутки ходил, кушал, пил, ел и все. Ну, котенок дикий, он просто забежал в дыру вентиляционную и упал. К сожалению, он попал в отверстие, где проходят трубы. Очень небольшое, но для него хватило. 2 месяца ему, то есть он совсем маленький. Уже охрипший. Тем более, если 2 дня мяукал. Жалко вот, у него самого кот. Он где-то или зацепился сам, когда падал, либо там что-то у кого-нибудь торчит. Ну да, сразу боится в канал. Так бы, если прыгнул бы в канал, то сюда бы к нам в руки упал бы прям. Перерывами кричит. Поначалу ты без остановки кричал. Сейчас дальше пойти. Ай, блин. Держи. Вот. Вот он, зараза. Вот он. Сам свалился, как ком. На голову. Давайте сумку сюда, его скорее, сразу. Скорее его сюда. Очень рада, мы доставали его все утро. Пытались со всех сторон. Ну, пробовали и сверху, и все. Тут и по соседям бродили, ходили, спрашивали. Испытали много способов и наконец-то достали. Сейчас мы его будем отмывать, кормить. Он настрадался, сидел в вентиляции 3 дня. Он шокирован, конечно. Ничего, с ним все будет хорошо. Конечно, испачкался, но не более того. Кричит, значит, жив. Кстати, после всего этого 3-дневного вытягивания котенка из трубы, хозяева решили дать ему имя Винни-Пух.